Почему все хотят на Мальдивы? Во-первых, это комфортный перелет катарскими или арабскими авиалиниями с остановкой на ночь в шикарном отеле с большим аэропортом, где можно и погулять, и отлично провести время. Как мы спускаемся. Смотри, как. Во-вторых, уже прямо в воздухе ты находишь ответ на вопрос, почему все хотят сюда. В-третьих, это умопомрачительные закаты и рассветы. Также завтраки с таким видом. Ну и просто виды каждый день. Смотрите, это же просто фотообои. Но самая главная причина, почему все хотят именно на Мальдивы, это очень теплый океан в любое время года. Чистый, прозрачный, ласковый. То есть в любое время года, когда бы вы ни собрались лететь на Мальдивы, вы знаете и уверены, что температура воды и воздуха не будет меньше плюс 29 градусов.
Акуленыш, маленький акуленыш. Это лобстер на ужин с красивым видом. Пошли, ты танцуешь и кушаешь вместе. Ух ты! И вот представьте, вы прилетаете на Мальдивы, заселяетесь в такой домик и живете здесь неделю-две в такой атмосфере, с таким видом. С такой ванной комнатой и с таким душем. На завтрак вы ходите босиком по белоснежному песку, рано, пока не жарко, и, поедая тропические фрукты, наслаждаетесь шумом прибоя и видом. Каждое утро вы думаете, что вы в раю. Солнце садится, закат на Мальдивах, и куча вечером.